Влюбленные пары областного центра собрались во дворце бракосочетания, чтобы с первых уст получить ответы на волнующие их вопросы о регистрации. Специально для молодежи организовали экскурсии по залам и комнатам ЗАГСа, рассказали о правилах и сроках подачи заявлений, роли свидетелей и ходе церемонии. Чаще всего задают вопрос по распитию алкогольных напитков, по размещению гостей, родителей, молодоженов во время бракосочетания, прохождение самой процедуры оформления документов, посещение комнаты жениха, невесты, ну и, соответственно, по процедуре подачи заявления на регистрацию брака. После экскурсии Галина Хадюк ответила на вопросы и лично проконсультировала несколько пар. Объяснила, как себя вести жениху и невесте, как лучше прибыть ко дворцу бракосочетания, чтобы избежать толкучки и не опоздать, а также правила фото- и видеосъемки. Я считаю, что подобные мероприятия обязательны, потому что это очень информативно. Мы можем посмотреть тона, оттенки, мы можем увидеть, как можно расположить гостей, мы можем узнать всю процедуру, куда принести документы, нужны ли нам свидетели. Вот сегодня мы выяснили, что свидетели обязательны. Сейчас с сотрудниками ЗАГСа нам позволило уточнить все интересующие нам вопросы, и мы уже к дате бракосочетания подойдем, ну, как без волнений, и я думаю, что у нас и у всех молодых пар все будет хорошо. Как известно, лето – самое популярное время для свадеб. На сегодняшний день июль и август расписаны полностью. На сентябрь курганскими молодоженами подано уже более 1000 заявлений о регистрации брака. Марина Белкина, Алена Анашкина, Никита Мухин. Информационное агентство «Курган.ру».